moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Всем привет! Сегодня хочу снять для вас пляжную территорию, как она сейчас выглядит, сколько людей купается, загорает. Потому что пару дней было пасмурно, людей было не так много. Вот сегодня солнечный денек. Посмотрим, как дела предстоят на пляжной территории. Снимать я буду, начиная с Магнолии, и туда пойдем в сторону Нового Батуми. Ну вот, Магнолия. Мэриот нам видно, две башни Орби. И вот пляжик напротив Магнолии. Вот, напротив чего мы идем. Шезлонги стоят, ну в одном месте нам, кстати, сказали 3 лари на человека, в другом 5. Сколько на самом деле, еще пока не выяснил. Где-то был подвох. Ну видите, возле Магнолии было побольше людей, сейчас подходим к Мэриоту, напротив пляж, чуть поменьше. Но особо большой разницы, если честно, я не ощутил, где лучше, где хуже. Где вам больше понравится, там и хорошо. Но здесь я заметил, что более бугристо как-то, что ли, какими-то волнами камни насыпаны. Вот, мы уже подошли к Мэриоту, и здесь гораздо меньше людей. Сегодня спокойная погода, ветра особо большого нету, море спокойное. Да, гораздо меньше здесь людей. А вот дошли уже до Орби. Там дальше видно, что людей гораздо больше. Ну вот, обратите внимание еще, что напротив Орби находится, наверное, ливневка или что это. Вот прямо возле корпуса Орби. То есть нам надо ее обходить. А уже после этой ливневки, видите, и люди уже стали собираться. Вот начало основной локации, где купаются, загорают люди. Видите, уже появились шезлонги. Наверное, более большее скопление людей. Сам пляж широкий, смотрите. Столько людей нет, сколько весь пляж.
Посмотрим спуск в воду здесь. Большие камни вначале. Вот он, звук моря. Спасибо. Да. Видите, предлагают пиво. Здесь можно попрыгать в воду, как это делают детишки местные. Посмотрим, какой здесь путь. Я бы сказал, более пологий здесь вход. В принципе, вход нормальный здесь. Кто хочет попрыгать, вот. Мы идем дальше. Вот все-таки уточнил я, шезлонг стоит 5 лар человека. Безлимитное время, как сказали. Когда нам дали за 3 лари, значит, решили нам сделать скидку, наверное. Ну, знаете, здесь мне море больше нравится, спуск именно в море. Не знаю, почему здесь нет народу. Сейчас посмотрим, мне кажется, здесь более удобный вход в море. В принципе, да, мне здесь больше нравится. Но зато здесь камней, видите, нет особо. Песочек. Может, кому-то наоборот хорошо. Пройдем еще немножко вперед. Я думаю, основной смысл понятен. На самом деле не важно, с какой стороны пляжа вы загораете или купаетесь. Главное, что вы приехали, отдыхаете, наслаждаетесь солнышком, морем. А где купаться, загорать, с какой стороны, это уже дело второстепенное. Главное, что вы в эпоху этой пандемии вообще приехали сюда. Имеется в виду те, кто не местные. Не побоялись этих тестов. На третий день еще пребывания здесь нужно сделать тест. Вот кто не испугался этого всего, приехал, тот получает удовольствие. Конечно, риск есть какой-то, но кто не рискует, тот не купается в море и не гуляет по Батуми. Кто не знает, для того, чтобы въехать в Грузию, нужно сдать тест за 72 часа
до выезда зарегистрироваться на сайте государственном грузинском. Ну там примитивная анкета, 5 вопросов, наверное, имя, фамилия, паспортные данные, серия, номер, также где вы будете останавливаться в Грузии. Ну и все, и вам на электронный ящик придет письмо, там будет код, код вашей регистрации. Его спрашивают при регистрации на рейс с той стороны, откуда вы вылетаете. И по прибытию в Грузию на третий день надо сделать ПЦР-тест. Но на самом деле мы сделали на второй. Как бы нам сказали, что в течение 3 дней вроде бы возможно его делать, и не надо ждать. Некоторые делают, говорят, и на первый день. Ну, уже после 3, возможно, будет штраф, нам сказали. То есть в течение 3 дней, как я понял, можно сделать тест, не обязательно именно на 3-й день. Оно может так и лучше, сдал тест и отдыхай спокойно. Не переживай, не думай. Вот еще какая-то ливневочка здесь. Я бы, наверное, не плавал здесь, возле этой зоны, где эти ливневки. Смотрите, какие здания красивые. Капаларе, здесь вкусное мороженое, обязательно попробуйте. Вон самолет вдалеке, если видно. Но я думаю, дальше не пойдем. Здесь, наверное, все меньше и меньше людей. Опять же, шезлонгов я уже не вижу. Основные зоны локации вы видели. Всем хорошего отдыха. Приезжайте, загорайте, купайтесь. Батуми очень красивый город. С красивыми зданиями. С хорошими, добрыми людьми. Вот даже видели, шли по пляжу, уже пиво предлагают совсем незнакомому человеку. Так что всем хорошего отдыха. Увидимся. Тут нам принесли самосики, предложили, которые решают все вопросики. 5 лари стоят. Сказали, от всего помогает. Ну давай, Вова, пробуй. Банан, клубника внутри. Это тесто, внутри фрукты, да? Да, пока еще не дошел, да, там фрукты, видно, кубиками нарезаны. Ну главное, чтобы решили все твои вопросики.